Многие люди не понимают, как делать этот элемент. У многих он получается, но как-то криво и неэффективно. Сейчас же мы разберемся, как делать этот элемент правильно, а самое главное эффективно. С вами ПКФР Tutorials, меня зовут Гриша, и сегодня мы научимся делать фляг. Для начала сразу разберем один нюанс, который исправит практически 100% всех ошибок новичков, которые начинают изучать фляг. Это разгонный элемент, и все разгонные элементы делаются в длину. Таким образом, получается, что для того, чтобы сделать правильный и эффективный фляг, мы должны сделать его как можно дальше. Если мы будем запрыгивать наверх, то это будет неправильно и неэффективно, и вообще говно. Первым подводящим упражнением на этот элемент будут обычные отходы. Нам нужно встать и прыгнуть назад. При этом в прыжке максимально улететь назад, по минимуму отрываясь от земли, и максимально при этом напрячь ноги. Таким образом, вы научитесь прямо держать ноги на протяжении всего фляга, что немаловажно для его скорости и эффективности. Следующим подводящим упражнением будет уже какое-то подобие фляга. Нам нужно сделать его через бок. Сначала с одной рукой, потом с двумя. Постепенно мы будем кидать руки сначала через бок, затем выше, и в конце концов кинем их по вертикали назад. Важно помнить также при исполнении фляга, что первым движением у нас идет именно мах рук. И только после этого мы можем немножко дернуть плечами. Голову вообще желательно на протяжении всего фляга держать вот тут, на груди. Теперь, после того, как научившись делать через бок, мы сделали уже прямой, чисто назад фляг, нужно попробовать сделать его максимально далеко. Если у вас все получилось правильно, то фляг уже достаточно эффективен. Теперь нам осталось только выпрямлять ноги, не забывать, и держать их вместе на протяжении всего фляга. На этом все. Все, что было непонятно, можете написать в комментарии. Также можете написать свой опыт обучения туда же. С вами был ПКФР Tutorials. С вами был я, Гриша. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии. На мой канал можно подписаться. Пока.